Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о яблоках. Казалось бы, что о них разговаривать, их вон сколько, и мы их знаем. На самом деле, именно от того, что их много, мы, наверное, о них мало и знаем. Мы не придаем значения тому, что у нас много. А знать бы очень нужно, потому что не случайно у нас два продукта, которые имеют такое значение и вплоть до того, что в церкви эти названия применяются, это медовый спас и яблочный спас. Вот яблоки, если вы хорошенечко почитаете в интернете, это на самом деле один из самых полезнейших продуктов окружающих нас. Один из самых полезнейших. Я думаю, не случайно яблоня и в раю была главным деревом. Так вот, этот продукт, тем более размножившись в разных сортах, и имеет весь набор тех веществ, которые может предоставить нам растительная природа. То есть практически весь. Вот. Ну, особенно для нас, вот в этой местности рожденной. И не случайно я думаю, что вот есть такая примета, что во время войны, то есть к войне, у нас бывает много грибов и много яблок. Господь как бы заранее посылает людям ту поддержку, которая им нужна, если их ожидает впереди какая-то большая беда. Ну, не каждый раз это бывает. Урожаи бывают часто, яблок бывает много часто, а война у нас не часто бывает. Поэтому я думаю, что эта примета есть, но не совсем она действенная, особенно в современные времена. Но, тем не менее, пользой от яблок она осталась. Больше того, я вам скажу так, что вот изучая значимость поста в духовном смысле и значимость поста в физическом смысле, я абсолютно убедился, что вот именно после Успенского поста применение яблок и есть самое полезное их применение для организма. Почему? А потому что вот те вещества, которые в них есть, они прежде всего, конечно, лечат кишечник, желудок, легкие, сердце, сосуды очищают и много-много всего. Потому что там и витамины, потому что там флавоноиды, потому что там антиоксиданты, потому что там много пектина. Только в яблоках пектина много. Там много других веществ, которые очень и очень нам с вами нужны. Поэтому, если вы захотите поменять любые травы и любые целебные какие-то составы на то, что на что-то одно, то вы можете взять яблоки и их, применяя, сделать все то же самое, что и другие составы могут делать. Кроме того, больше того, яблоки не содержат в себе токсических веществ, которые часто действуют в каких-то, значит, травах, то есть ядов не содержат, которые убивают в нас что-то и таким образом лечат. Яблоки лечат другим, они лечат именно витаминным составом. Поэтому для того, чтобы поиметь правильные, значит, действия яблок, их нужно правильно употреблять. Я вам покажу свой способ, что я делаю вот после Успенского поста, для того, чтобы вот то, что мне нужно от яблок, я получил. Для того, чтобы это произошло, нужно сделать первое. Ну, первое, что нужно делать, это сорвать яблоки. Для того, чтобы вам сделать настоящий качественный фреш, полный, наполненный и жизненной силой, и витаминами, нужно взять яблоки, не те, которые упали и лежат под яблоней, а те, которые на ней еще висят. И больше того, нужно взять яблоки немножечко незрелые. Вот такие не яркие красные, которые вот сейчас упадет. Видите, желтые уже у него бока. А немножечко зелененькие. Почему? Потому что, как любые плоды, яблоки имеют две стадии. Видите, вот это уже упало, а это я сорвал. Имеют две стадии созревания. Когда они набирают силу и дают эту силу семенам, созревают в них эти семена, и тогда там есть вот эта живительная сила, которая их к
росту приводит и ко всем остальным собирающим в себе вещества. Так называемые молодильные яблоки – это вот яблоки в таком состоянии. А вторая стадия, когда семена созрели там, и им нужно этим семенам упасть и сохраниться зимой. И вот они упали, эти семена, эти яблоки, лежат здесь и уже гниют. У них уже включен механизм гниения, который включился еще на яблоне. Помните, вы иногда возьмете яблоки, они гнилые, прямо на ветках. А потому что они уже включились. Поэтому яблоко нужно брать немножечко зелененькое. Вот оно еще молодое и молодильное, в нем еще жизненные силы, которые вот дают всю силу семенам. И эту же силу придет к вам. Еще что, конечно, посоветую, что лучше взять яблоки несколько сортов для фреша. Вот это у меня одна яблоня. Вот здесь у меня яблони мельба, на которой тоже очень вкусные, сладкие и хорошие яблоки. Здесь я тоже сейчас присмотрю. Вот, например, выберу тоже немножечко зеленоватый сорт, который еще, видите, не падает. Зеленоватое яблоко, которое не падает. Ну и третье в дополнение. Я возьму вот яблоки с яблони Уэлси. Они тоже похожи. Видите, я люблю красные яблоки красных сортов. Но хотя в зеленых сортах не меньше витаминов, а некоторых даже больше. И вот я беру Уэлси. В этом году оно у нас не очень уродилось. Яблочки немножечко маленькие, потому что я ее немножечко повредил, эту яблоню. Ну вот, мы набрали яблок и идем теперь домой с ними дальше разбираться. Вот принес я теперь эти яблоки. Если они росли в экологически чистой местности, если, значит, недавно были дожди, и если вы не видите причин, то их лучше не мыть. Потому что в природе и в дождях есть еще определенный состав веществ, которые очень нужны лично нам. И когда мы яблоки берем и той хлорированной или озонированной какой-то водой пытаемся их отмыть, вот после, то мы очень много веществ, которые для того, чтобы они правильно переварились, мы их смываем. Ну, конечно, яблоки, купленные в магазине, обязательно нужно отмывать, потому что там их теперь и опрыскивают, или еще что-то. Вот. Ну, много всего. Лично я яблоки не мою. Вот. Но что я делаю с ними дальше? Дальше я, ну, первые, конечно, я выбираю у них сердцевину. Я вам уже показывал в других роликах, как это делается. Вот у меня такое специальное приспособление, трубочка тонкостенная, которая вот эти сердцевинки нам, мне вынимает. Вот я их аккуратненько из яблок вырезал. И вот они у меня теперь здесь, эти сердцевинки есть. Если для сушения я их вынимаю и эти сердцевинки выкидываю, то в данном случае я делаю с ними следующее. Я у них отрезаю вот такую часть, где деревянная какая-то основа есть. Вот такая. А семена, в которых очень много полезных веществ, тоже применяю у себя во фреше. Вот я кладу эти частички к себе во фреш. Серединки. Ну, если у вас нет такой выемки, то вы просто вырежете, я надеюсь, ножом все это сделаете. Так. Дальше что? Дальше я, конечно, нарезаю эти яблоки. Нарезаю для аппарата немножечко помельче, чтобы они, ему легче с ним справиться. Маленечко процесс я вам показываю. И еще раз напоминаю, что это яблоки молодильные, сняты до того, как они начали портиться на ветке. Если вы в магазине их покупаете, тут же обратите внимание, какое оно твердое, мягкое. Оно лежит здесь уже долго и начало какое-то гниение. То есть не всегда вот самые красивые, вот такие яркие яблоки самые полезные.
Иногда вот такие, особенно для нас полезны именно свои русские яблоки, поскольку здесь микроэлементы, те, которые для нас с вами пригодны, поскольку мы сами здесь родились. Если мы привозим яблоки откуда-то издалека, даже если это из Польши, это примерно наша же параллель, то еще какая-то может быть от них польза. Но если они с юга, там из Турции или из Израиля, еще что-то, я вас уверяю, там уже не так много пользы, которой нам нужно бы было. Вот глядите, я яблоки размельчил и бросил в свой аппарат. Дальше что я делаю? А дальше я вспоминаю, что мы с вами люди северного питания, то есть относящиеся к северному питанию. То есть все люди, которые живут в северном полушарии, выше 45 градусной параллели, то они имеют одну интересную особенность. Вот кто ниже живет этой 45-й параллели, у них желудочно-кишечный тракт приспособлен к растительной пище. То есть Индии там совершенно почти все вегетарианцы, еще кто-то, ну то есть... А северное питание, оно отличается тем, что здесь нужно много белков. Много белков. Поэтому вот с юга к северу вот увеличивается нагрузка на человека и увеличится количество, значит, потребляемого белка. Если на юге, значит, в кавказских странах и так далее, там и мясо, и много потребляется молока, то есть вот такого... орехов, то есть вот таких белковых каких-то веществ растительного происхождения, у них получается растительно-животные жиры, то, например, на крайнем севере у нас, там, в Ямало-Ненецком округе, значит, в Якутии, в Чукотке и так далее, там же в основном потребляют только животный белок. То есть, либо это оленина, либо это рыба, либо это киты там и другие животные, которые они потребляют. Мы с вами, имея это северное питание, то есть вот северное, не можем быть тоже без белка. Не можем жить без белка. Поэтому вот наш православный пост, он, видите, он такой, когда мы и на растительной, и на белковой пище живем, и это очень правильно. И суть-то в чем? Что вот эта приспособленность наша приводит к тому, что если вы пытаетесь растительную пищу потреблять без белков, она вам практически не полезна. То есть, если я сейчас эти яблоки разобью вот просто так, как они есть, то я получу примерно 10-15% тех витаминов и тех веществ, которые в них есть, себе как в пользу. Для того, чтобы они что-то сделали, то есть витамины, то есть помогающие жизни, начали чему-то помогать, я должен добавить в них белка. Я добавляю что? Я просто добавляю обыкновенную простоквашу. Конечно, хорошо, если вы добавите туда каких-то орехов, например, или еще чего-то. Но я добавляю просто простоквашу. Но это не все. У нас есть еще одно замечательное вещество. Это масло, которое вбирает жирорастворимые вещества из этих всех растительных веществ, из овощей, особенно с красным цветом, которые я вам тоже уже рассказывал. И поэтому я добавляю еще немножечко масла. Я добавляю льняного масла. Льняное масло заменяет своим витамином П3 хорошую рыбу. То есть вот либо в хорошей рыбе такой есть витамин, либо в масле, в льняном и в рапсовом. Вот сейчас весь Запад, все северные страны Запада перешли на хорошую рыбу и на рапсовое масло. У нас есть льняное масло. Лично я применяю масло фирмы Василёв. Я сам проверял, они действительно сами выращивают, сами делают. У них действительно жмется без всякой химии, выжимается это масло. Действительно настоящее. Они иногда в Москву привозят. Вы найдите там на сайте фирму Василёв и можете у них заказать. Вот, я маленечко добавляю этого масла. И что, вот если вы так нюхаете и пробуете, оно что-то пахнет и что-то, значит, в нем есть какая-то...
то когда вы взобьете, ничего не будет. Вы его там ни за что не почувствуете, потому что вот те кислоты, которые есть в яблоках, они сразу схватят это масло, они сразу сделают то, что нам нужно из этого масла сделать. После того, как вы добавили масло, или до того, как вы добавили масло, добавьте еще меда. Вот меда обязательно нужно добавить. Конечно, хорошего меда, вот такой, как в пистяках мед есть. Вот я добавляю на одну порцию, на одного себя, вот такую пол ложечки этого меда. И делаю это с большим удовольствием. Ну вот, все теперь мы заложили. И теперь мы приступаем к основному процессу, к процессу приготовления самого фреш. Ну все, я начал разбивать. Видите, не получается пока ей разбить. Поэтому я беру и чуть-чуть добавляю воды. Все, буквально чуть-чуть. Буквально 20 грамм и пошел процесс разбивки. Вот теперь она разбивается. Я вижу, там плавают семена. И вот когда я их перестану видеть, что они плавают, можно тогда и выключать. Смотрите, что у меня потихоньку получается. Вот я уже зернышек не вижу. Но вы, если хотите, в этот коктейль можете добавить тыквы. Можете добавить груши. Морковку можно добавить. Что я не советую добавлять, это ягоды. Потому что ягоды, у них свои кислоты, и они могут неправильно взаимодействовать с кислотами, которые в яблоке. Нужно добавлять вот такие нейтральные какие-то продукты, типа тыквы, кабачка, моркови, груши, репа хорошо. Поэтому вот я, глядите, сейчас маленечко добавлю тыквы, чтобы у меня был еще более полноценный. Этот раствор. Вот и все. Наш фреш готов. Вот. Я сейчас вам покажу, какой он стал жидким. Видите? Он стал жидким. Не видно никаких ни косточек, ни что. Для чего это нам нужно было сделать, чтобы он стал жидким? Потому что ведь, вот смотрите, яблоко можно было просто взять да съесть. И некоторые так и считают, что лучше съесть, потому что тут слюноотделение, ферменты из поджелудочной железы пойдут, переваривание такое определенное. Конечно, можно и так. Но вот когда уже есть какие-то особенности, то есть какие-то заболевания в организме, там в кишечнике, в поджелудочной, в желудке и так далее, вот если принимать как пищу, то это затрудняет восприём всего того, что в этой пище есть. Поэтому, в принципе, у нас-то было раньше, у русских-то было как принято, что все это парили. Там в печке парили, например, вот эти печеные яблоки. Делали кисели, то есть вот разжижали другим способом. В общем-то, яблочко-то откусывать не было так уж сильно и модно. И даже было стыдно откусывать яблоко вот у русских. Как вот меня бабушка однажды учила, что мне... То есть ты показываешь зубы, ты показываешь свои жадность, когда откусываешь какие-то, поэтому... Вот. Ну ладно, речь не об этом, это уже другая история. Речь о том, что мы сделали жидким эти вещества. Для чего? Для того, чтобы желудок воспринял его как питье. Хотя желудок, надо сказать, как? Он любую воду, в которую что-то добавлено, даже сахар или еще что-то, он ее воспринимает как еду, и он все равно выбрасывает поджелудочные какие-то, значит, ферменты, и желудочный сок выбрасывается. Это понятно. Но когда желудок все-таки чувствует, что это жидкая еда, он делает этого меньше. И он открывается и пропускает все в кишечник. Нам очень важно, чтобы вот это все именно в полноценном виде таком прошло в кишечник.
Поэтому сделайте жидко, это даже хорошо. Вот, то есть чем я не скажу, что чем жиже, потому что можем много налить воды и так далее, тогда будет большой объем и вспучивание только произойдет. Надо вот как можно суше, но как можно жиже. Вот такая, значит. Ну, приятного вам аппетита. Вот, да, чуть не забыл. Потребить это нужно, ну, минимум за полчаса до основной еды. Минимум. Почему? Потому что если вы вот в это сейчас сразу бросите еду, то как раз и будет воспринято желудком, что здесь еда. Плюс будут выделены ферменты под ту еду, там, под мясо, под сыр или еще что-то, которые на эти вещества могут действовать, ну, неблагоприятно. Нам нужно, чтобы сейчас поджелудочная и выделила именно те ферменты, которые относятся к этому яблочному соку, то есть к яблокам относятся. И они прошли в кишечник уже вот в таком полноценном состоянии. А это примерно 30-40 минут у желудка происходит. Лучше, если еще больше, если у вас есть это время. Хорошо бы в это время не курить, потому что вот яблоками можно вылечиться от курения. Серьезно, вот прямо вот если делать настойки каждый день, значит, их пить и так далее, очень помогают от курения. Потому что если вы начинаете курить во время, то опять вся та же проблема. То есть те неправильные ферменты, и все будет воспринято неправильно. Ну, по-моему, все рассказал. Если все-таки что-то нужно, напишите вопросы, я вам еще отвечу. Ну, а сейчас приятного вам аппетита! Выпил за вас. Спасибо за внимание.